6 марта в аметистовом зале Донецкой филармонии в рамках года русской культуры программа, посвященная 90-летию со дня рождения легендарной советской певицы Тамары Григорьевны Миансаровой. Солнце советской эстрады. В исполнении артистов филармонии прозвучат замечательные светлые песни из репертуара певицы. «Летка Йенка», «Черный кот», «Давай никогда не ссориться» и многие другие. Подробности в кассе и на сайте филармонии.